В Барнауле нашли труп женщины, который пролежал в квартире 10 лет. Нерядовое происшествие расследовал сотрудник отдела по центральному району города Краевого следственного комитета Максим Селезнев. По его словам, мумифицированный труп обнаружили в доме на улице Чкалова. Один из жильцов многоэтажки решил сделать ремонт в квартире. Он начал менять стояки и обнаружил страшную находку. О ней он сообщил в полицию. Как выяснилось, в квартире около 10 лет назад умерла женщина. Правда, жильцы многоэтажки об этом не знали. Они думали, что их соседка куда-то переехала, потому не придали значения ее отсутствию. По словам людей, женщина была довольно странной и могла подолгу не выходить из квартиры. Близко с ней никто не общался. Добавим, умерла женщина приблизительно в 50 лет.